Сегодня мы проверим, насколько же безопасны литиевые аккумуляторы. Тестировать будем аккумуляторы Samsung на 2600 мА, так как они имеют отличную емкость при сравнительно небольшой цене. Я такие аккумуляторы использую на электротранспорте. Мы сейчас их будем проверять на перезаряд. Подам напряжение выше нормы, то есть выше чем 4,2 вольта, ток 11 ампер. И мы посмотрим вообще, сработает ли у него защита какая-то, или вообще что с ним произойдет, если его зарядить больше нормы. Что будет, если его переполнить напряжением. Погода у нас вообще сегодня улетная. 23. Холодный? Да. Первая минута, и что я могу сказать? Я не могу понять, куда девается энергия. Он конкретно потребляет, но даже не нагревается. Куда оно девается? 6 вольт 11 ампер, это 60 ватт энергии. Знаешь, это подозрительно. Лучше долго возле него не сидим. Идет нагрев. Критическая температура для этих аккумуляторов 60 градусов. То есть выше 60 они уже портятся. Че, посмотрим. 42. Лучше отойти. Ты че, камикадзе? 12. Вот. Все, да, вот он. 0 ампер? 0 ампер. 80. Сработала какая-то защита. Цепь разорвалась. Температурная защита сработала при 80 градусах. Насколько мы знаем, 60 градусов это уже критично для литиевых аккумуляторов. Они после этого портятся. То есть небольшой запас сделали на 80 градусов. Если вы их случайно перегреете, то им полностью конец. У них расплавляется предохранитель. Для начала попробуем с рогатки его разрядить. Выдержит или нет. Смотри, если не дымит, то можно повторить. Чуть-чуть подмялся. Давай еще раз сделать. Давай, прямо за злость. Начал шипеть. Просто разгерметизация. Да, я с него что-то потекло. Пальцы не разъест? Нет, нет. Попробуй с психу. С психу обычно получается. Нет. Он уже конкретно помятый. Замыкания все нет внутри. Живучая штука. Так что знаете, они не такие уж и опасные. Не сниму лоток. Сейчас я покажу, как они разбираются. Не бивать. Не спеши поднимать. Боком, попробуй боком. Вот так? Да, так замкнется цепь. А то как. Жесть! Видели? Чё за дичь? Охренеть! Была? До красна раскалился. Ты крученый бабочки! Как зажигательная бомба прям. Охренеть! Прикинь, в тачке так коротил. Там все там ничего нету. Ля, он еще шипит. Ля, он красный. Короче, о. Говори, при аварии будет вафля. Вы видели, что он сгорел буквально за секунду. Притом он горел как порох. Даже, наверное, покруче, чем пороха. 200 штук в салоне, если таких загорится. Все, ты не успеешь. Шансов нет выжить никаких. Не мать вообще. Если это хорошо, снику от машины хотя бы что-то останется. Ой, ля, медяха. Да, там медь и алюминий должны быть, две пластины. Кто из зрителей знает, что в этих аккумуляторах так сильно горит? Электролит или сам литий. Но литий же не может сам по себе так гореть. Ну да, руки что щипит от него. А на моем электровелосипеде 40 штук таких. Если они рванут, конечно, будет очень жестко. Следующий тест на короткое замыкание. Это вообще самая распространенная, наверное, поломка, которая может произойти в электромобиле или в электровелосипеде. И нам, конечно, интересно узнать, как поведет себя аккумулятор при коротком замыкании. Мы взяли такой очень толстый провод. И через этот очень толстый провод мы его просто вот так вот коротнем. Аккумулятор полностью заряжен. Сначала так. Сначала резко, на искру. Провод, он, видим, пережигает практически молниеносно. Все. Зажми на секунду и попробуй нагреться он хоть чем нет. Нагрелся провод. А, аккумулятор. Тоже слегка. Реакция идет. Что? До последнего. Искрит. градусов. Ничего себе. Там пойдешь, должна сработать защита. Все, он готов уже. 62. Нет напряжения. Производитель позаботился о нашей безопасности. От перезаряда и от переразряда они защищены. Ну, раз он уже не гожит, как бы, мы просто попробуем аккуратненько его проткнуть шилом. Ни в коем случае не повторяйте за нами. Мы профессионалы, нам можно. Не, ну начало что-то шипеть. Я, походу, просто разгерметизировал. И выходит электролит. Он не горячий. Короче, надо еще. Надо еще. Он прикалывается над нами. Ой, шипит. Походу, критическая температура не достигается. Все. Ты гляди, реакция не запускается. Значит, разряженный уже не так опасен. Его в руками не бери. Короче, разряженные не опасны. Какой вывод? Просто дымят и все. Ничего не взрывается. Воняет, правда, конечно. Кто-то говорит, что литий нельзя тушить водой. Давай чуть-чуть водичкой его польем. Давай. Ничего не происходит. Просто кипит и все.
но кипит конкретно. Слышь, грелка. Пошла. Правда, водой нельзя тушить по ходу? Ля, он нагрелся. Он красный. Да? 500. Конечно, он ведет себя неадекватно, но безопасно. Ни огня, ничего нету. Но запах отвратительный, я вам скажу. Для чистоты эксперимента мы решили проткнуть полностью заряженный аккум. 3, 2, 1. Нормально все. Все произошло настолько быстро, что просто... Что просто я чуть штаны не наложил. Смотрите, что-то плавится. Он красный. 459. Но он, походу, за шкаф выходит. Да, капец, конечно, какой он агрессивный. Это ужас. Вы видели, как он горит? Страшно представить, если в салоне авто такое произойдет. Как поведет себя этот аккумулятор при перегреве? Для этого мы взяли печку, поставили на эту печку, собственно, аккумулятор с краю. И посмотрим, что получится. Все, уже можно не подходить, уже 50. Во, загорелся. А хочется ж так подойти, померить температурку. Не, нельзя уже. Хорошо начинает дымиться. Как будто сейчас либо взорвется, либо загорится. Не знаю, что будет, но сейчас крышка сорвет от давления. Я это все заснял. Народ, надо быть аккуратным. Никогда не делайте так, как мы, потому что это очень опасно. Видите, мгновенно до красна. Аж палка загорается моментально. Такой тип аккумуляторов используется практически на любом электротранспорте. Гироскутеры, самокаты, электровелосипеды, электромобили, электромотоциклы, кругом и даже в ноутбуках. Производители ради экономии часто используют дешевые китайские аккумуляторы, которые без защиты. Они довольно-таки очень сильно бахают. И они не будут предупреждать вас шипением или чем-то еще, сразу бабах и вас нет. На ютубе полно таких примеров. Вот здесь мы видим, как оставленный без присмотра на зарядке гироскутер неожиданно задымился и начал стрелять пламенем. Хорошо, что вовремя сработала пожарная сигнализация, а то неизвестно бы, чем это все кончилось. А тут уже загорелся электровелосипед. Потушить самостоятельно его невозможно. Хозяину остается лишь наблюдать, пока не выгорят все аккумуляторы. А теперь представь, если бы это произошло в квартире. Литий горит как сварка, прожгло даже раму. Да о чем говорить, если даже аккумулятор в элитном автомобиле Tesla загорелся во время зарядки. Аккумуляторы из лития горят как напалм, поэтому и думайте сами, безопаснее ли они бензина. В том криомобиле, который мы собираемся собрать, таких аккумуляторов, точно таких, будет 200 штук. Поэтому нам хорошенько придется позаботиться о безопасности на случай ДТП.